для тех людей это рассказывай, понимаешь, Лёня, или нет? Для простых, обычных людей, для обычных, которые летом машину в речке моют, вот для этих. А зимой вообще не моют. Вот для этих людей, у которых в шкафу, не знаю, лежит 4 новых верблюжьих одеяла дочери на свадьбу. Обычные люди, обычные, простые. Которые в 23-м году, вот от которых приходит сообщение, что они зарегистрировались в Телеграм. Вот эти люди, обычные, понимаешь? Понял? Обычные. Им куда вложить свои вшивые, куда им принести, как сохранить, как не профукнуть, подскажи просто, и все. Дело в том, что обезопасить свой капитал необходимо четко понимать и видеть всю палитру финансового мира, всю картину надо наблюдать. А сейчас картина мира — это картина Эдварда Мунка «Крик». Что?